срочный репортаж для всех моих друзей. Кто не успел заметить, в Баку пришла осень. Сразу так холодно, что просто бррр, хочется одеть все самое теплое. В Баку осень приходит сразу. Бакинцы не успевают поносить ничего из того, что они подготовили для плавного перехода. Ни пиджачки, ни курточки, сразу теплые куртки капюшонные. Я бы даже не отказалась от шубки. Это мы гуляем с собачками. Они тоже приоделись в осенний наряд, в осенний плащ. Ну вот, я думаю, что по бакинским законам нам нужно подготовиться к быстрой внезапной зиме. Итак, вперед! Наступает похолодание. Всем желаю хороших, замечательных осенних и зимних дней, чтобы никому не было холодно, чтобы все подготовились. Ура! До свидания, до новых встреч!